Всем добрый день! Закупка с интернет-магазина «Детский мир» вышла на 2996 тенге. Хлебцы «Агуша» 229 тенге. Каша «Фрутоняня» 205. Уже съели, к сожалению. Сок «Яблоко и груша». Бабушкина лукошка 139 тенге. Соки с разными вкусами по цене 205 тенге. Здесь у нас вот такие пюрешки «Фрутоняня». Они тоже у нас были на скидках по 115 тенге. Здесь «Сады Придонья» по 147 тенге. Тоже на акции эти баночки были. «Фрута Китс» по 175 тенге. И бабушкиного кошка, я уже говорила. Вот такой обзор у нас был с интернет-магазина. А сейчас я вам покажу обзор самого магазина и в чем секрет заказывать именно с магазина по интернету. Потому что, например, даже вот этот сок на обычных полках стоит гораздо дороже. Например, вот я не помню точно, сейчас в обзоре мы увидим, но здесь я его купила по 175, я еще сделаю ставку отдельно в видео, сколько стоит в интернет-магазине и сколько стоит на полках магазина. Ну вот такая вот закупочка у нас. Переходим в обзор самого магазина «Детский мир». Thank you.
Ну вот и закончили мы наш небольшой обзор детского питания в магазине «Детский мир». Также сделали небольшое сравнение между ценами самого магазина и интернет-магазина. Если вам понравился формат данного видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Всем пока!